Лошадь ахалтекинской породы «Волонтер» Анастасия Матвеева выкупила год назад. И теперь Сансара, окруженная теплом и заботой, живет в казачьем дозоре. Такая же счастливая жизнь может быть и у молодой лошади по кличке Кармель, которая сейчас находится на бойне в Пензенской области. Информацию о чистокровной верховой кобыле, которой всего 3 года, Анастасия Матвеева нашла в социальных сетях. Цена на эту лошадь нереально большая для лошадей с бойни. Обычно это 80-100 тысяч, а на Кармель объявили 150. И шансов у лошади с такой ценой практически нет. Мы решили дать ей шанс попробовать своими силами собрать средства, выкупить ее и привести на конную базу «Казачий дозор». Сейчас ведется активная работа по сбору средств. Помогают блогеры, волонтеры и просто неравнодушные люди из разных уголков России и даже из других стран. Недавно были перечислены средства из-за границы. Мы обратились к известному фотохудожнику Артуру Бабоеву, который согласился опубликовать свой пост в своих социальных сетях. И так нам на счет поступили первые средства. И мы поняли, что у нас есть возможность все-таки спасти и дать лошади шанс на жизнь. Сейчас самое главное – успеть собрать необходимую сумму. На сборы остается чуть больше недели. На данный момент собрано 67 тысяч рублей. У нас есть официальный сбор, который мы ведем. Там публикуется сумма, которая уже собрана, которую необходимо собрать. Но осталось чуть меньше 100 тысяч и полторы недели. 10 тысяч мы внесли залог за эту лошадь, ей дали еще 2 недели жизни. И мы надеемся, что все получится, и мы соберем эту сумму оставшуюся. И если все сложится удачно, после выкупа Кармель будет жить на конной базе «Казачий дозор». Почему я решилась его взять? Потому что увидела, сердце ёкнуло. Он был такой весь облезленький, уже на откорме стоял на мясо, буквально там через неделю должен был уйти. И не сдержалась, купила вот такого вот коня, не пожалела ни разу, потому что он уже на глазах меняется, растет. Мы помогали спасать сбойный, мы подсказывали, мы также открывали какие-то сборы. И вот, собственно говоря, эти лошади живут сейчас у нас счастливой жизнью. Всю достоверную информацию о лошади можно найти в официальном аккаунте в Instagram Сансара_Horse. Там же есть ссылка на сбор средств. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, «Видное ТВ».